Вот так. Сделали, да? Хорошо. Поворотики. Стынгенляп. Уну, дой, три, патру. Уну, дой, три, патру. Уну, дой, три, патру. Уну, дой, три, патру. Хорошо. Ух ты. Пошли вращение. Четыре раза. Стынгенляп. Вот так. Хорошо. Теперь мы делаем мельницу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Один, два, три, патру. Хорошо. Вращение не делали? Да. Вы сделали еще раз. Вот это мы должны делать утром. Наклончики пошли отсюда. Раз, два, три. И четыре чуть-чуть назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо, молодцы. Три приседания делаем. Пошли. Раз, два, три. Хорошо. Сели, живы на колени. На колени, крепко разогрели. Вот так, хорошо, хорошо, молодцы. А теперь сели ножки вперед. Сели ножки вперед. Вот. И поворот вправо-влево. Пошли. Отсюда. Вправо-влево. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Так, легли на спину, спинаря. И пресс. Мах руками, достаем до колена. Раз. Ножки согните, ножки согни. Викочка, ножки согни. Вот так. И пошли пресс. Пошли. Уно. Выше, Андрюха, дой. Три. Патру. Чич. Хорошо. Молодцы. Так. Михаила. Вот вы бегаем тоже. Вот эти две. Так. Вика. Вот эти две твои. Так, Алекс, вот это две твои. Нет, сейчас я тебе скажу. Вот эти две возьми. Николай. Йорк, вы наш только. Вот эти две твои. О, хорошо, что они трогали. Что ты упали? Андрюха, иди сюда. Нет, возьми вот эти две. А ну повтори, вот эти и эти одинаковые, что больше ставят на себе? Одинаковые. Одинаковые? Ну все, забери, иди, все, да? Вообще, так, значит, что делаем? Сегодня мы немножко покачаемся, то вы совсем слабые стали. Коля болеет все время. Из-за того, что он болеет, я не могу тренировки проводить. И пошли туда. Раз. 30 раз пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Двадцать. Раз. Два. Тяжело? Три. Дальше побольше? Четыре. До свидания. До свидания. 6, 7, 8, 9, 30. Хорошо. Молодцы. Пошли бокс отсюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Сядь туда. Так, хорошо. Держим здесь и вот сюда. Развод. Раз. Два. Чуть-чуть снизу. Три. Смотрите. Не прямо, а чуть-чуть ниже, отсюда чуть-чуть разводим. Раз, два, три, четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Двадцать. Пошли, пошли. Раз. Два. А я 30 сказал? Да.
Пошли. Три. Четыре. Еще раз. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Тридцать. Хорошо. Здесь мельница. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. До свидания. Девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Теперь снизу удар. Оп, оп, пошли. Раз, два, три. Считаем легко. Тридцать. Громче, Андрюха, ноги в колени согнеть. Восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать восемь, двадцать семь, двадцать восемь. 9, 3. Все. Так, хорошо. Теперь смотрите внимательно. Ложим на спине, ножки согнуты, делаем пресс, то есть за счет маха. Раз и вперед. Вот, Коля делает. Смотрите, видите, за счет помогает. 30 раз. Считай, Коля, ты теперь. Раз, два, три, четыре. Громче. Три. Еще громче. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Сделали? Да. Встали? Значит, так с такими же махами, то есть снизу вверх получается, пошли 30 приседаний. Алекс, считаешь? Нет, вот смотрите, то есть вы как бы раз вперед, приседаете и ручки вперед. Во, а ну какой-нибудь покажи, красавчик. Вот, пошли, видите? Знаете, почему он хорошо делает? Сказать? Ну что он лентяй. А лентяй всегда самое умное. Вот кто придумал стиральную машину? Мужчина. Чтобы не стирать. Да? Кто машину придумал? Мужчина. Чтобы не ходить пешком. Вперед, пузатый. Раз. Так. Два. Громче. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Один. Два. Три. Что, Саня, вздох? Еще не вздох? Не вздох еще? Так, значит, сейчас убираем сюда, пока ставим сюда. Значит так, удары коленом. Партнер держит руки, вы делаете 10 правой, 10 левой, потом меняете. Иди сюда, Андрюха. Андрюха, ты будешь чучело, только не виси на нее. Значит, еще раз, посмотрите. Движение. Раз, два. Вот я
держу. Берешь колено, пошел. Раз. Нет, один колено. Правый потом. Раз. Два. Три. Так, мы вдвоем, а ты по чучелу. А ну-ка покажи. Кто, наверное, да, ну, наверное, да, как? Кто никогда не бил люди коленом? Пошли, пробуем, потом научимся, попробуем в Дом Мураду. Пойдем посмотрим, как он бьет. Пошли. Пошли, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Ну, Михаила, бей! У тебя украли кошелек. Десятый Б. Бей, Саня, держи хорошо руки, больной. А держи, а, Санька, хорошо, пошли. 10 правый, 10 левый. Вика, давай бей теперь ты. Вперед, Вика. Вот так. Смотри, как руки я не поломаю. Так, так, так. Пошли. Тэквондо. Так, хорошо, Мате, теперь, Вика идет к Андрею, Михаила пока сядет, вы вдвоем, вон там, на середине, значит, Вика, ты на двух ногах, Андрюха на одной, значит, бой орлов. Ты становишься, да, на одной ножке, стараться столкнуть так, чтобы партнер встал на две ноги. Понятно, да? Пошли. На правой прыгаем и толкаемся, потом на левой. На правой, на левой. Отходи, Саня, отходи, чтобы он упал. Вот так. Пошли. Мате, так, Андрей, переходишь сюда, Саша, переходишь сюда, Саша, ты на одной ноге, Михаила, ты на двух ногах и двумя руками его толкаешь, а Вика пока, Вика, смотри, видишь, мешок висит, иди сюда, не бьешь сильно, потому что если сидишь сюда ко мне, ближе, не бьешь сильно, а то можешь вот этими двумя пальчиками, ладошку поставь, вот так, вот так, вот, раз, то есть, видишь, чтобы она не сгибалась, прямо было, да, вот, раз, понемножку, раз, два раза вправо, и раз, два, один, раз, два, только не сильно, вот так, как я, хорошо? Готовы? Поджимай, пошли. Нет, нет, Вика, Вика, ты ударил на руки здесь, ручки здесь все время. Матея, перешли, так, кто там, Андрей сюда, Саша сюда. Добрый день, это Каталупенко. Я насчет ученика 10-го Б-класса Салтанич, который хотел перейти на секцию. Все, понял. Так, хорошо, еще там зайдет. Так, не понял. Вперед! А, подожди. Вы сюда вдвоем. Вика, сюда перейдите вместе с Сашей. А ты один. Значит, не бьешь со всей силы. Удар, два удара, удар, два удара. И пошел, 1000 ударов.
Пацаны, пошли. Нет, ты на одной ноге, на двух ногах, Михаил, и толкай его. Давай, толкай его. На двух, толкай, толкай, толкай. Он должен встать на две ноги, толкай его. Михаил, ты на двух стоишь, вот ты должна его столкнуть. Давай. Вот так, вот, толкай. Санечка, аккуратно, Сашенька. Вот так, умница. Хорошо. Нет. Смотри, смотри, вот здесь бьешь сильно рука. Выпрямленная должна быть. Вот ты тоже сгибаешь сильно. Хорошо, Матея. Так, Алекс перешел туда. Андрюха, бьешь. Николай, туда. Вика, на двух ногах. Михаила на двух. Они прыгают на одной. Вы должны их столкнуть на две ноги. Хаджина, пошли. Толкай, Михаил, его толкай. Вика, толкай сильнее, чтобы он упал. Давай, давай, делай сильнее, сильнее его, вот так, выталкивай его туда, за это. Николай, ты что выходишь? На другой ноге, Саня. Вот так, хорошо. Умница, Матей. Пошли вокруг ковра, заправились. Так, Петри нету, блин. Каталин были с часу. Уже группа, блин. Макс с часу был. Руслана, наверное, там что-то нужно сидеть. Нина с этой заболели, блин. Ну что за... Как вести, блин? Андрюха, у тебя сколько уроков завтра? Пять. Значит, с часу будешь. Но завтра идем, да, опа! Нет, на... Опа! Опа! Ты ж больной! Все, блин, не ходи, ты что, тебя ж посадят в армию, все, будешь сидеть на карантине в армию. Идете в военкомат, Андрюха? Да. А кто еще идет? Я не весь класс. Весь класс? 2005. Весь 2005 год? А я не знаю, 9-й, да, если пойдут. А 10-й идут? Да, 10-й идут. Значит так, идете, сдаете кровь. И идете домой тогда, что делать? Нет, идете в школу. Опять? Так это утро. Да. Утром и потом в школу обратно. А, так вы успеете на тренировку. Так при чем здесь кровь тогда? Я офигею. Ой, Гусь, ты что, собираться завтра не прийти? Блин, я бы не пришел. Я бы сказал родителям, что мы были в военкомате. Но там учителя сразу заложили. Так, значит, внимание сюда. Михаил, ты пока приседаешь. Саша сюда. Вика сюда. Нет, Саша, Вика туда. Андрюша, Николай сюда. Значит, смотрите, что делаем. Вот вы сюда встаньте. Чехарду знаете, как играть? Нет. Да. Вот посмотрите внимательно. Николай, встань на ковер, да. Значит, Николай, что у тебя с тобой? Опусти, пожалуйста. Нет, не привыкай, я тебе объясню почему. Если ты в борьбе так сделаешь, по любой, тебе сразу дадут замечание шида. Смотри, значит, Андрюха, прыгаешь через него, он наклоняется, становится, ты делаешь, прыгаешь через него, пролезаешь между ног, Николай поворачивается, и пролез, и становишься. Николай поворачивается, прыгает, пролезает между ног и получается друг за другом. А ну-ка покажи, можешь ниже стать. Вот так. Вот. Раз, пролезаешь между ног, опа-на, и становишься. Нет, не поворачивается, да. А теперь Николай прыгает. Сань, ты там пониже встанешь. Пошли. Да, да, Вика, прыгай. Прыгай. Не, ну, давай. Вперед. Сильнее, вот так. И между ног. Хоп. Все, что? Теперь ты прыгаешь. Нет, Вика, выше. Да. Пошли. Хоп. И пролезь между ног, Саша. Пролезь. И теперь Вика прыгает. Давай, Викуха. Хоп.
Саня, ты же... Давай, Вика, не ждешь!